Считается, что стремление воплотить образ воздушной девы Сильфиды, прекрасной и недостижимой мечты, в свое время заставило танцовщиц в прошлом встать на пуанты. То есть именно Сильфида сделала искусство балета таким, как мы знаем его сегодня. В нашем эфире в прошлом сезоне этот номер был, но сейчас его новое воплощение. Была Вера Сесина и Оля Капранова, а сейчас молодые гимнастки Александра Соловьева и Наталья Пичушкина. Саша появилась на ковре после годичного перерыва, связанного с травмами. Это подающая большие надежды гимнастка. Она из Питера, такая прекрасная северная дева. А Наташа из Нижнего Новгорода, это очень сильная школа художественной гимнастики. Она начинает новый сезон после блестящего юниорского прошлого. Наташа чемпионка Европы в командном зачете и чемпионка Европы в отдельных видах многоборья. Знаете, после того, как был поставлен этот номер на Веру Сесину и Олю Капранову, я очень долго не находила тех девочек, которые бы мне были, ну, как бы так вот, ну, по душе, которые могли бы именно раствориться в этом номере. И очень долго эти костюмы висели. И вот когда я увидела Сашеньку Соловьеву, вот эту прекрасную, неземную девочку, мне захотелось сделать этот номер. И ей в пару я решила взять Наташу, потому что Наташа тоже какая-то девочка такая одухотворенная и неземная. И вот сейчас состоялся вот такой молодой дуэт.